Друзья, доброе утро всем. Сегодня у нас суббота, 7 мая, выходной. Я пришла на кухню, сейчас буду жарить оладушки, готовить оладушки на завтрак. И хочу показать мою красоту. Вы заметили? Вы заметили? Скажите, кто меня внимательно смотрит. У меня здесь стояли доски такие разноцветные. И вчера на Валборис мне пришел заказ. Мы ходили с мамой. Мама выбрала кофточку себе, я выбрала доски. Ну, скажу так, что я не знала, брать мне их, не брать. Нужны, не нужны. Как-то все-таки были какие-то сомнения. Но сейчас я вижу, что они мне очень нравятся. Я захожу на кухню, и я просто кайфую. Мне нравится, как это выглядит вот здесь, на рабочей зоне. Конечно, вот поднос у меня, может быть, немножко такого посветлее оттенка. Я покупала его, этот поднос, в Икее, когда у нас еще Икея работала. Вот, эти доски заказала на Валборис. Скажу, что они не дешевые, но очень крутые. Очень крутые, такие толстенькие, с подставочкой. Смотрите, подставочка. Поменьше дощечка, побольше дощечка, ну просто кайф. Да, я смотрю тоже блогеров, я зритель еще тот, вам скажу, я смотрю девчонок. И эти доски я увидела у Аллы Погодаевой. Сразу они мне приглянулись, сразу сказала, что хочу такие же доски. Так что мы смотрим блогеров, вы чем-то делитесь, мы чем-то делимся. В общем, девчонки, мы... У нас происходит такой вот обмен информацией, какими-то покупочками. Это очень здорово, потому что иногда что-то, даже заходя в магазин, мы не замечаем, проходим мимо. Но вот все-таки здорово, что есть YouTube, что девчонки снимают, тоже показывают. Я делюсь также с вами. Может быть, кто-то смотрит меня и что-то нравится у меня. В общем, я кайфую, я кайфую. Запечатаны они были очень даже упакованы хорошо. Пупырчатую вот такую, как сказать, пленку. И давайте прочитаем. Набор разделочных досок из дуба на подставке. Изготовитель ИП Ефремов Андрей Владимирович. Россия, Санкт-Петербург. Поселок такой-то, улица такая-то. И не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Вот. Ой, очень мне нравится. Прям вообще кайфушки. Кайфушечки, кайфушечки. Новинка на кухне для меня тоже это радость. Не только косметика. Парфюм, одежда для меня приносит удовольствие. Но также какие-то новиночки, какие-то... штучки для кухни, это тоже мне приносит удовольствие. Вот завтра готов оладушки. Смотрите, какие пышные у меня получаются. Вкусные, аппетитные, со сгущенкой сейчас. И Вова тут бекон будет, он с картошечкой, и у него завтра будет поплотнее. Бекончик с картошечкой, оладушки. Всем приятного аппетита! Чем же я сейчас заниматься буду? Это буду раскладывать баночки все по местам. Вот видите, у нас все в таком состоянии. Сейчас. Опа. Закрыла дверку, чтобы не мешала другим. Так, у меня там Катюшка пришла с подружкой. Буду сейчас фильм смотреть какой-то. Они ходили сегодня, гуляли в центре города, в Гринвич ходили. Она подарки там себе покупала, денежки ей дарили.
Вот, а я тут сейчас буду все это... Хочу помыть все бутылочки от пыли, потому что все равно все стоит пылиться. Хочу перемыть. И у меня Вова занимался опять плиткой, потому что я уже не раз рассказывала, у нас какая-то плохая вентиляция здесь, плохо просыхает ванна. Мы постоянно все моемся, и у нас получается, что начинает плесень появляться. То есть вот между плиток вот как-то забивается она. Потолок приходится постоянно белить. В общем, этот грибок у нас в ванной мучает. И Вова у меня занимается плиткой, прочищает все специальными этими средствами от плесени, промывает плитку. Все, а я буду сейчас зеркало здесь мыть. Весь шкафчик тоже он доставал. Все там тоже за шкафчиком мыли. Вот, и буду сейчас все раскладывать по местам. Еще вот у нас там кранки, что-то постоянно вот желтое пятно, тоже буду отмывать. Залью комнатам. Надо тоже там купить какую-то резинку, Вова говорит, и чтобы не капало, то у нас капает. И вот вам, видите, пятна тоже желтые. Все буду заливать, промывать, расставлять по своим местам уже. Вот. Этим буду сейчас заниматься. Он сделал основную часть работы. А я буду сейчас все протирать, вытирать. Что делать? Скажите, есть у кого-нибудь такая проблема? У кого плохая вентиляция? Что делать? Как еще бороться? Как бороться? Потому что мы периодически моем все здесь специальными средствами от плесени. Вова белит потолок. Но через какое-то время все это у нас снова появляется. В общем, замучились мы вот этой бедой. Причем приходит у нас проверять вентиляцию, смотрят, да, да, типа все нормально, хотя вот у нас есть жалобы. Ну, отмечают, что они посмотрели, проверили вентиляцию, типа есть, все, и уходят. Надо как-то этот вопрос решать по-другому, не знаю. Вот, так что вот у нас такая беда в ванной. Так, у меня тут стирается машинка. Я пока поставила на паузу. Все, все разложила, все убрала. Тут у меня все как обычно. Различные средства для стирки, ласка. Вот ласка большая у меня такая. Я вот хочу, кстати, большую вот такую сиреневую купить ласку, потому что она самая лучшая, самая классная. Вот, в общем, там у меня этот ополаскиватель. Все. Так, тут у меня, значит, всякие эти тоже бомбочки для ванны. Маски, скрабы, щетки. Вот. И пятно, кстати. Сейчас только что оттерла пятно. Ой, этот тень падает. У меня тут было пятнышко. Я его, значит, губкой, тряпкой, как только чем не терла. Потом, значит, достала вот такую палочку. Скребла, скребла, ничего не получается. И только получилось вот с такой металлической щеткой. Металлическая не щетка, а губкой, да. Покупаю я такую, покупаю я такие металлические губки в фикс прайсе. Я показывала уже много раз. Мою ими противни, духовку. Ничего, никаких следов царапин не остается. Все у меня получилось. Хорошо отмыть эти пятна. Видите, никаких царапин даже вообще в помине нет. Все идеально, просто чисто. Возьмите на заметку, кто не знал, еще про эти металлические губки. Просто идеально можно ими все отмыть, очистить. Но будьте все равно аккуратны, потому что я не знаю, там, может быть, на каких-то предметах и остаются царапины. Но вот сколько я пробую, у меня вот пока нет. Даже вот попробовала на машинке, тоже все идеально отмылось. Так, ну все, вот я разложила, взвешивала. Тряпочки тоже помыла я их.
не выбрасываю. Все поставила, все расставила. Все. Навела красоту. И включаем снова машинку. Спай достирывает. У нас не Москва. Видите, сколько людей? Очень мало. Поэтому очень комфортно и хорошо. Так вот у нас сразу можно пройти с метро в торговый центр Гринвич. Гринвич наш любимый, мой любимый Гринвич. Так вот у нас сразу попадаешь в торговый центр Гринвич. Бургер Кинг. Кто голодный, тот может перекусить. Летуаль. Я хочу в Ривгош зайти. В Ривгош. Ага. Не Свете, что ли, я выиграл? Спартак же не играл в Спартак. С Уралом выиграл. Да. Там, конечно, консультант, скорее всего, будет стоять. Да, мы 8 раз уже нюхали. Нет, я же. Вот этого нет в окна. А, нет. Вау. Мамбай он есть, Байведа. Всяких разных таких Байведов. Нас интересует очень дорогущий парфюм. Добрый. Нет, спасибо. Спасибо. Какой? То же самое, что мужик с стройматериала зашел. Очень.
Босс. Такой босс, там такой босс, а тут Лакост. Босс Лакост. Барабанит? Покарабанит. А, думал, барабанит. Сладкий очень. Тут вообще матершинное слово, это Масаки Матушима. Сладкий очень, так сахар, да? Сахар, ну, кто-то сжег сахар. Сахар. Че париться, конечно, покарабанил по сахару. Тут не дорогие какие-то. Не матершинные, потому что. Ну сейчас. И в нос мне еще, да, ее? Карбен. Антонио Бандерас он есть. Фи. Фи. Это так пахнет фи. Офигеть, они стали дорогие. Твои любимые. А, все, сейчас нас будет подбрасывать всю дорогу. Так вливай на себя всю бутылку и все. Чтоб на месяц сразу. Ну что, ты пеной помазаться еще? Для бритья хочешь? Да? Я этот бакарабанник хотел послушать. Бакарабани? Mm-hmm. По которой тарабанит. На, бакарабани себе. Сейчас. Нет, нет. Забирай. Вон ты. Можно сыру поесть. Mm-hmm. Сюда еще надо, да? Живанши. Вот мужской, наверное. Ну-ка набрызгаться мне надо вот эти. За 10 тысяч. Ну, в принципе, вот, смотри, сейчас нормальная скидка. 50 миллилитров, вот. А то они вообще очень дорого. 12 тысяч. Вот этот. Дай понюхать мне. Они... Вон тот. Ну, давай послушаем тогда. Может, да, сейчас, может, сейчас скажем. Где? Ну, вискарь настоящий. Хоть, хоть в бокал наливай. Ну, реально. Вот такие бутылки с проволокой это у нас были. Я точно знаю. Как тебя отгибли? Может, давай на другую руку. Да не, вискарь даже лучше. Да? Не. Пройдемся по Вайнеру. По улице Вайнера. Вот у нас тут памятники стоят. А это чей памятник? А, Гена Букин. Гена Букин. Чуть прохладно стало, но не холодно. Кстати, нормально. Вот у нас самый большой торговый центр Гринвич. И движение такое, движение. Мы тоже перейдем, все переходят.
еще не забрал. Нет, еще. Кстати, тут такой вид. Сейчас был большой, надо было забирать. Окно. А там парк. Дендрарий. Так, что ты Вова принес нам? А, вот. Картошечку. О, это что-то интересно как. С лучком, что ли? Ага. Ну да. Горячая очень. В общем, картошечка вообще классная, да, с соусом. Вот, кстати, вот так мне больше нравится, чем обычная. Как всегда, пожирнее и получше, да? А крылышки очень острые. Вообще капец. Вода не спасает. Очень острые крылышки. Горит во рту вообще. Огонь. Масло спасает. Вот он, наш Гринвич, проходим. Посидели в KFC. Идем дальше. Я Бобе сразу сказала, возьми 3 штучки острых крылышек. Он взял, по-моему, 8. И забрали с собой, не осилили. Очень острые. Картошечка была нормальная, нормалек. Вова, смотри, какая шапочка. Веселенькая шапочка. Тетеньки. Так, мы снова выходим на Вайнера, да? На Арбат. Ой, на Арбат. На Вайнера. На победу. Это день победы. Пионеры во время торжественной линейки. Ветераны войны. Люди вот фотографируются тоже. У нас тут памятники кругом по Арбату. На самокатах катаются. Тоже гулять пошли, да? Ну. О, до поезда далеко, видимо, еще. Макс Мара работает? Вова, хочешь поиграть в шарики? Да, да, да. Смотри, тут памятник стоит какой-то. Смотри, как интересно, Вов. Вот здесь. Вот.
Молодежь. Дошли до пассажа. Да? Может, духи послушать? Вова выбирает себе мушку. Не может найти. Но я говорю, не может найти. Все не то, все не это. Вреден. Для танчиков. Игроман в танчике. О, тут какая-то есть кнопка. Стоимость мышек 2000. Есть даже за 4000 мышка. Да, что в них такого, чтобы такая цена за какую-то мышку, казалось бы. О, красота! Какова красота, какова красота! Как светится пассаж у нас красиво. Вечером, конечно, одно удовольствие гулять. О, алоэ есть. Сеть магазинов. Кстати, никогда туда не заходила. Надо будет как-нибудь зайти. Там это корейская косметика. Вечером красиво здесь гулять возле пассажа. Красиво, конечно. Все блестит, переливается. Лавочки есть. Молодежь сидит. Ой, слушай, мне сегодня даже нравится погода. Вот прям ветра сейчас не стало. Вот днем был ветер, а сейчас вот просто благодать, да? Ой, хорошо. Тут вот фонтанчики. Летом дети плещутся. Красота. Наша администрация. В общем, сегодня блаженство. Хорошо, что вышли, хорошо, что пошли. Дома, конечно, всегда есть дела, но прогуляться это, конечно, круто. Вечерком, когда погодка такая спокойная, круто. Вот видите, елочки теперь горят. Красиво. И не обязательно, чтобы был Новый год. В принципе, вечером очень красиво светится. Идешь приятно так прогуливаться. Мы идем на метро уже. Поедем сейчас домой. Прогулялись немножко. Да, не успели, но... Время 9:30. Блин, не успели бы чуть-чуть. Это коробочка. Вот наше метро. Кстати, мы до ботинки так и не дошли. Мы с Гриневича обошли до пассажа и... Ну ладно, в следующий раз еще. Лето впереди. Успеется. Площадь 1905 года.